Выбирать логотип Самары будут жители города из предложенных на открытый конкурс вариантов. Для разработки символа создана рабочая группа, в которую вошли ведущие архитекторы, дизайнеры, журналисты, пиарщики, представители научного сообщества и администрации Самары. Тот формат, который мы предложили, он в первую очередь подразумевает, что мы люди, которым не все равно, что будет с этим городом. Мы таки наконец-то соберемся и договоримся, мы вообще какой город. Почему мы молодцы, куда мы хотим двигаться, какие мы. Вот когда мы поймем, какие мы, тогда уже можно будет приступать к каким-то изобразительным вещам, потому что будет понятно, какие смыслы и ценности вообще этот знак должен и может отражать. Свои варианты логотипа смогут предложить все желающие. На самом деле эта работа не такая простая, поскольку Самара многоликий, многогранный город с богатым историческим культурным прошлым, с промышленным прошлым и с космическим настоящим и будущим, и с уникальными рекреационными возможностями. Вместе с департаментом градостроительства Самары рабочая группа к середине декабря сформирует техническое задание. Старт открытого конкурса запланирован на середину января. Затем жюри отберет несколько лучших вариантов логотипа Самары для всенародного голосования в интернете. Окончательный вариант утвердят к концу марта 2017 года.